подписчики моего канала. Продолжаем. Ты был прав. Оружейный барон ищет Викторию. Надо его остановить, пока не поздно. Он уже напал на след. Мой тебе совет, Амика. Хватай тяпку и драпай. Нет, не люблю бегать. Двумя днями ранее. По моим сведениям, девчонка в Чикаго. Мы с парнями срочно отправляемся туда, но ты должен возглавить операцию. Ты готов, Бейт? Да, я слышу. Надо сцапать какую-то девку. Ее зовут Виктория. Дом тебе позвонит и скажет, где искать. Она где-то там прячется. Все ясно. Сколько возни из одной цыпочки? Она что, особенная? Придется привлечь парней. Цена удваивается. Возьми с собой Лени. Он доставит ее сюда. Лени? Хромой хрен? Цена утраивается. Прости, но он полный козел. 25 39. 26. 37. 30. 35. Идет. Лени, подойди сюда и дай огоньку. Давай, хромой хрен. Хромой хрен Лени. Заткнись, блин. Обожаю старину Вейда, он молодец. У меня от него мороз по коже. Вот за это я его люблю. Вейк Декстер безжалостный сукин сын. Но бояться следует его делового партнера, Тома Османда. Владельца клуба «Лисичка» на Бристоль-стрит. Это страшный тип, даже по моим меркам. В том плане, что он умен и у него хорошие связи. Это лишь вопрос времени, когда он выйдет на твою девочку в ее приюте. Откуда ты об этом знаешь? Если кто-то в Чикаго знает, знаю я. И Том тоже. Пришли мне его фото. Охота на охотника. Взять тебя за жопу мечтает каждый коп Чикаго. А значит, до Лисички безопаснее добираться по тоннелям после Рокси. Удачи, Амика. Ну что ж, еще раз всем здравствуйте. Уважаемые зрители и подписчики моего канала, с вами Артем Динамик, продолжение прохождения Hitman Absolution. Так, и куда нам, в какую сторону? Наверное, все-таки прямо, раз он стоит рожей туда. Опять бомж лежит. Вообще, игру сделали в виде фильма. Мальчики не пропадут. Мальчики не пропадут, да. Так, бомжи. Так. Давайте посмотрим, никого тут нету. Так. Что-то тут у нас мигает. Далеко? Далеко. Оп, полиция. Куда идет? Так, с фонарями здесь. Обходят они тут. Ушел. Здесь у нас что, вниз спуск? Наверху здесь у нас... А обыскивает? Или что он делает? Не пойму. Что он лапает его? Давайте. А, нет, они просто это... Ну, друзья, короче. Близкие очень. Так. Выход там. Так, близкие друзья уходят. Все, от близких друзей мы справились. Воу! Это выход наверх. Thank you.
Так, ладно. Что-то я никого уже не вижу. Только наверху. Где тут проход-то был? Активировать контрольную точку. Давайте активируем. Так, что у нас здесь? А выход у нас внизу нет. Ну ладно. Воу, сколько вас тут? Возле... Что? Да что ты мне подсказку-то не даешь? Ну. Вот. По тоннелям Рокси. Подходит под описание. Ладно. А сейчас он отвернется. Ну, попробуем вон туда пробраться. Так, что это идет? Ну, отворачивайся. Попробовать пройти. Там еще один. Так. Машину. Вот так. Прятались. Её никак завалить нельзя. А зачем я сюда иду? Попробуем. Так. И давайте за стол куда-нибудь подтащим. Ну, тащись. Давай, 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 давай. И бросить. Так, нет, нет, нигде спрятаться. Ай-яй-яй, заметили. Да-да, нам туда. Их двое. За свои года я столько собак съел, что собак. О, не, это сейчас будет рестарт, конечно. Упал. Так. Подмогу прибыла. Патроны кончились. Уходим. Голова. Все спокойно. Отлично.
Ну, без шума мы не прошли. Маскировка наша раскрыта. Но все равно мы зашли внутрь. А, ну все, маскировка сброшена. Нормально. Так, найдите дом Осмонда. Хорошо. Так, а где цель-то? Сейчас я вон там ее видел. Давайте посмотрим. А, цель там. Чем занимаются девочки после работы? Не наше дело. Так. Значит, для вас они просто чертовы шлюхи, да? Совесть есть у вас? Все. Бар зашли. Хочешь смотреть на сиськи? Плати. Да ладно тебе. Не наезжай. Мы с Хэнком кореша. У меня все схвачено. Как только проникнешь в клуб, обрати внимание на барную стойку. Дом любит быть в самой гуще событий. Окей. Оу! Ништяк. Уничтожить дома Осмонда. Так, давайте подумаем. Точнее, не подумаем, а посмотрим, что же можно сделать здесь. Можно устроить бойню. Но не хочется. Хочется сделать все по-тихому. Так. Игровые автоматы, туалет. Ну, этого можно забрать, как говорится, и прикинуться бандюком. Куда цель делать? Цель уходит. Идем за целью. Девчонки, привет! Нормально. Впереди служебное помещение. Окей. Тихонечко наверх. Устраните цель перед тем, как двигаться дальше. Это выход, я понял. Так. Он где-то там. Ну что, поубавилось году? Подходи, подходи. Сейчас повеселимся. То-то босс будет рад увидеть твою квадратную. Уходим. Так, здесь мы ушли. Но все равно получается бойню как-то устраиваем. Оп. Пацаны. Тащим. Да-да-да-да-да, труп куда-то делся. Что случилось? Хоть его тут бросим. Так, и переоденемся в него. Сменим маскировочку. Все, нормально. Нас больше не ищут. Так, цель. Цель у нас в баре.
Чё все толкаются-то? А-а-а, паника. Ну ладно, давайте устраним цель. Бросим. Здорово. Бросить. И давайте спрячемся пока. Так. Как бандюка нас уже нашли. Идет, труп увидел. Какие, а? Q, W. Так, надо забрать, избавиться от тела. Тащить. И ты рядышком постой с ним. Так, маскировочка. Это то же самое. Эй, это та же самая маскировочка. Я хочу в джинсы переодеться. А, ну я все равно буду обнаружен. Ну ладно. Первая помощь. Сейчас постреляли, что ли? Когда это успели? А, нам всекли. И пятая кнопка, господи! Да умри ты, тупой коп! Идут. Ну, подходи по очереди. Кого ты там стреляешь? Меня. Придумаем по забористи. Заметил. Ух ты! Выходи. Ладно, это нормально, а то есть, ну, это какой-то бред был так завалить человека, конечно, среди толпы. Сейчас мы это все переиграем. Тащи, мы что, переигрывать не будем, мы в туалете завалим человека и возьмем себе маскировку. Ну, его все равно среди толпы придется валить, ну. Да, братан. А такие, как я, валят таких, как ты. Так, избавиться от тела. У него есть была ключ-карта. Хорош. Сейчас мы у тебя ее заберем. Где ключ-карта? А вон. F. Все, пойдем потихонечку. Мы полиция, вы нас трогать не можете. Все свои. Так,
А сестра у тебя есть? У меня лысого. У лысого нет сестры. Так. Ну, где мой револьвер? Так. Надо девочку завалить тоже. Хороший свидетель, мертвый свидетель. Никто не знает про мою маскировку. Теперь главное, чтобы все было спокойно. Так, один успокоился. Сейчас еще один. Поиски. Теперь, я думаю, надо переодеться в индюка. Надо убираться отсюда! Осторожней, чувак! Все назад! Так, в туалет. Переоденемся, чтобы у нас не привлекать внимание на втором этаже. И потихоньку пойдем. Боже, бежим! Двигайся! Сторонним нахрен! Тихо, 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 все норм. На-на-на. Куда пошел? Эй, хрен с горы, стой, я с тобой говорю. Поднимается, не? Так, будет подниматься, надо будет прекратить звон замка. Все, хорош. Так, наша цель. Где наша цель? Эй, что это такое? Это ведь не... Так, я не поймал, где цель-то наша? Где-то сзади. А, вон там. Дверь есть. Я сейчас все потрачу. Из-за того, что они меня просто замечают. Так, ладно. Угу. Наверх. Цель в этой комнате. Хорошо. Входящее сообщение, может быть, что-то важное. Проверим. Да, это вы. Я отправил парней за этой твоей птахой. Если он работает 47-м, ему надо срочно подрезать крылышки. Позвони мне, когда девчонка будет у тебя. Декстер чует барыш, и я намерен получить свою долю. Бывай, старик. Свалил. Он свалил. Ага. Они ищут девочку. И мы... узнали об этом. Ты был прав. Дом искал Викторию. Я вовремя до него добрался. Молодец, Амиго. Круто. Да, он тобой интересуется. Тебе идут. Некто Вейт. Этот парень чокнутый, как мартовский заяц. Такие синяки под глазами. Срочно тащи сюда свою жопу. Иначе тут будет очень громко и очень. Я тебе перезвоню. О, нам надо валить. Обойдите копов. А где копы-то?
Без уважительной причины пост никто не покинет. Окей. Здесь мы можем что-нибудь? Можем. Там нож есть. Можно попытаться взять нож. Так, взяли ножик. И сейчас мы попытаемся его куда-нибудь швырнуть. Так, куда бы швырнуть нам нож? И так, чтобы они еще и услышали. Так, двое отвлеклись. Так, один ушел. Никого, никого, брат, никого. Переоденемся в него. Этот парень. Здорово, пацаны. Так. Выход. Наверху. Толстый, отстань. Не очень-то у меня получилось, конечно, по-тихому пройти, но... Но будем но уже, как говорится, лучше. Так, ну я в одежде полицейского. Я возвращаюсь в Чайнатаун. Будь осторожен, не высовывайся. Да? Тебе-то легко говорить, Амика. Этот Вейд. Говорят, он умеет развязывать язык. А у меня на языке такое, что мама не горюй. Давай быстрее. Да ладно, не боись. Птаха, не нервничай. Так, надо идти дальше. Идите в Чайнатаун. Надеюсь, что нас тут засейвило. Давайте попробуем. Так. Мирного придется выкинуть из окна, иначе он нас сдаст.
давайте в окно. Возьмем бутылку, она пригодится, я думаю. Отвлечь внимание их. Так, где выход? А у вас разрешение? Выход там. Да, конечно же есть. Выдано пожарным департаментом 4. Я сам придумал эту шутку. Вы здесь в последнее время не видели лысую? Сэр, вы имеете дело с офицером полиции. Вас слишком много здесь. Я же всего на минутку зашел. Последнее предупреждение! Стойте! Офицер? Обычно. Никто ни хрена не понимает. Ты куда направился? Так, а выход-то тут? Пацаны, вы чё? Какая музыка ещё играет? Блин, ну и ладно, это все понятно, короче, тут надо было каким-то образом, ну, наверное, надо завалить мирного, да и не париться сильно. Переодеться в повара и спокойно пройти, потому что полицейские меня палят, а поворот как-нибудь уже. Мы пройдем. Так, давайте спустимся. Чего? Вниз. Так. Давай. Так, в окно. Так, хорошо. Не, обезвредьте, обезвредьте, обезвредьте. Не надо. Не надо убивать. Спокойно. Тащить. Главное спокойствие. Бросить. И в него давайте переоденемся, что ли. А у вас разрешение есть на фейерверки и пиротехнику? Последнее время не видели. Так. Я же все белый мужчина. Вы, наверное, тут нет меня. Как обычно. Так, ну. Ни хрена не... Привет. Смотри. И спокойно уходим. Вы у выхода. Так. Не нахожу ничего. Искать уже давно бы домой. Давай, выходи. Вот и выход. Так. Все, нормально. Пошли. Так. Твою мать, это они! Трое парней Вейда в толпе задают вопросы. Они скоро найдут меня. Ты должен вытащить меня отсюда, амиго. Непременно. Это в твоих интересах. Птаха, соберись. Не делай глупостей. Я обо всем позабочусь. Ну что ж, нам надо его вытащить. Оу! Третий.
по мне стреляешь, что ли? Ладно. Давайте тут вот сидимся, пока поиски начнутся. А, то есть они знают, где я? Великолепно, откуда? Ну ладно. Я в открытую так их решил мочкануть. Так, это была подсказка. Окей, за этим. Надо за ними проследить. Что тут народу-то везде многовато. Так, надо понять, куда они идут. Пустите меня, людишки. Кто еще там? Извини. А то тебя найдут, я думаю. Полицейского надо тоже. А я не могу переодеваться, что ли? Странно как, ну ладно.
Так, ну этого мы завалили. Серия сегодня будет подлиннее. Ну, хочется подольше, так сказать, провести время в этой игре. С этим понятно. Теперь того надо пойти убить. Тайский Новый год. Ля-ля-ля. Да. Это у меня ВКонтакте тут пришло, не обращайте внимания. Спецназ на подходе, ё-мы. Ну опять я, конечно, наверное, зафейлю эту миссию, потому что... Нет, так мы не спрячемся. Не, ну ладно, сейчас мы зафейлим, конечно. Да, сейчас мы зафейлим. Ну что ж, тогда продолжим мы в следующей серии. И в следующей серии мы добьем этих троих на влюбленном месте, что оказалось довольно тяжело. Всем спасибо за просмотр, с вами был Артем Динамик, пока-пока.